Так, 7 августа 2021 год, Харьков. Дубль 3. Ой, как у нас там все грохочет. Хотел я поснимать на 3-й дубль сейчас. На низких настройках светочувствительности для лучшего изображения, но совершенно такая светочувствительность убивает возможность посмотреть мизансцену. Грозовые облака, я не знаю, сейчас слышно на записи. Ёлки-палки, как сверкает все. Ветер стих, это, видимо, затишье перед бурей. Колоритное облачко, не знаю, наверное, не будет его видно. Пошли на Юпитер посмотрим. Так, впереди планеты все у нас Каллиста, спутник внизу Юпитера, это Каллиста, дальше идет Дуплет, Европы и Ио, и замыкает шествие Ганимед. Посмотри, прямо гроза там совсем рядом. Не знаю, слышно ли на записи. Ой-ой-ой, как хорошо блеснуло. Есть ощущение, что скоро придется текать с этой локации. Дабы аппаратуру гробить. Четыре миллиона километров до Юпитера, и 19 августа у нас будет противостояние. Юпитер будет на ближайшем расстоянии от Земли по своей орбите. На работе восторгался. Противостоянием Сатурна. Говорю, Юпитер планета.
600 миллионов. Сотрудник говорит, из всего твоего рассказа понял, только Юпитер и планета, это мотоцикл. Ну, в общем-то, где-то так. Сейчас подождем, может сверкнет хорошо. Уж очень красиво. О, спасибо большое. Так, это у нас Харьков. 7 августа 2021 год. 4:13 по Киеву.